Весь хирургический инструментарий можно разделить на две большие группы. Общий хирургический инструментарий, который применяется при выполнении любой хирургической операции, и специальный хирургический инструментарий, применяемый при выполнении определенных операций. Например, трепан ручной шаровидной и копьевидной фрезами. Кусачки Дальгрена используются при выполнении трепанации черепа. Расширитель трахеи при трахеостомии. Реечный ранорасширитель при операциях на грудной и брюшной полостях. Реберный распатор Дуоена при резекции ребра. Раздавливающий жом и эластичный кишечный жом при резекции кишки. Кусачки костной, Листона и Лёера с двойной передачей при операциях на костях. Остеотом и молоток хирургический для выполнения остеотомии, рассечения кости. Сосудистый зажим Гефнера при операциях на сосудах. Общий хирургический инструментарий по функциональному назначению можно разделить на 4 подгруппы. Инструменты для разъединения тканей. Кровоостанавливающие зажимы. Инструменты для соединения тканей. Вспомогательные или фиксирующие инструменты.